Да, покупай в ММА, да. Лучшие товары, лучшие цены. Конечно, готов. Всем привет, я Баранов Владислав. Первый раз прыгаю с данного сооружения. Жутковато, высоко. Пользуясь моментом, передаю привет маме, папе, всем своим коллегам из магазина. Блин, спасибо за этот прыжок. Прям долго шел, как долго решался наконец-то. Все. Вот. Что сказать-то? Вот. Не поминайте лихом. Вот. Все будет круто, я узнавал. Все мы там будем. И визитку тебе надо чуть подальше. Вот руку левую вперед сделай. Вот так, наверное, будет полететь. Конопляное поле какое-то. Это крапива? Блин, ну ладно. Ошибочка вышла. Ребят, это все просто, чтобы себе доказать то, что я могу. Вот. Рекомендую наш магазин. Хотите? Рекомендую, ребят. Блин, незабываемо. Ну что там, 3 секунды страха. Ну, они того стоят. 1 секунда, 1000 рублей. Папа! О, меня в крапиву сейчас приземлят. А, ну все, все, хорошо. Угу. Так, смотри на меня. Еее! Красавчик! А это что у тебя за визитка? Ты рекламируешь что-то? Это магазин наш. Ой. А, так. Давай-ка я тебя поймаю. Меня сейчас будут ловить. О, ловлю! Ура! Ну, давай, вкратце, в двух словах. Твои ощущения. Да, твои ощущения. Блин. Что ты испытал на первом этапе? На этот... Первые 2 секунды, это, я думал, это пиздец. Это по страшно. По дороге рассказывай. Ага, первые 2 секунды страшно. Да. То есть, ну, ты преодолел, все-таки ты как человек, да, который... Да, я хотел доказать себе, что я могу преодолеть страх. Я 2 года назад начал бороться вообще со всеми своими страхами, все какие только есть, всего, чего я боялся. Ну, хотел прыгнуть с парашюта, 2 года назад сломал ногу, поэтому решил ограничиться чем-то попроще, более безопасным, так скажем. Рекомендую, кстати. Вот, это самое главное. Запомнилось, да. Ребята, спрыгнули. Просто красавчики. Все, мы поможем вам бороться с вашими страхами. Приезжайте к нам.